Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в Следственном комитете, областном Следственном комитете. Почему? Нам недавно пришел отказ в возбуждении уголовного дела по рамонским гаишникам. Мы с этим не согласились. Они, гаишники, считают, что Следственный комитет правильно отказал. Дело в том, что они ссылаются полностью на постановление мирового суда в отказе в возбуждении уголовного дела. Была подготовлена жалоба адвокатом на данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и подана только что в Следственный комитет. Ну и, конечно, мы ждем положительного результата, потому что мы полностью ссылались на новое решение суда, в котором разбивается вся их позиция, где они фактически, по нашему мнению, совершили противоправные действия, я бы сказал бы, преступные. Блять, на себя. Ты что, ебнулся? Имеются признаки по вашим действиям преступления, служебного подлога и превышение должностных полномочий. В курсе? Нет, не в курсе. Все-таки вам не стыдно служебный подлог было совершить? Я действовал, согласно. То есть можно человека оформить, который не управлял управлял средством? Управлял? Да. А у нас заявление о преступлении. Я бы порекомендовал обратиться к нам, как минимум, ну, либо и в Следственный комитет, и к нам. Ну, скажите, пожалуйста, а с кем я общаюсь? Начальник отдела. Скоропостижно после публикации ролика судья ушел в отпуск. А судья ушел в совещательную комнату. Мы ждем решения. Производство по делу об административном правонарушении предусмотрено частью 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в отношении Поплевина Алексея Алексеевича прекратить. В общем, ждем положительного результата. Ну и, конечно, что преступник должен делать? Сидеть в тюрьме.